Новую паштовую марку з выявай падорліка сёння выпустила ў абарот міністэрства сувязі. Птушка года 2019, адна з самых рэдкіх і драпежных у Еўропе, знаходзіцца пад пагрозай знікнення. У Беларусі вялікі падорлік сустракаецца ў асноўным на тэрыторыі Палесся. Колькасць папуляцыі прыкладна 120 пар. Автором выпусков из серии «Птица года» на протяжении многих лет является художник, биолог по образованию Александр Митянин. Вот мы видим исходный материал. Это оригинал-макет будущей марки. Рисунок выполнен в технике акварели. Марки серии «Птица года» выпускаются в марочных листах, состоящих из 7 марок и одного купона. Также каждому выпуску готовится специальный конверт первого дня, специальный штемпель и карточка для карт максимума. Птицы – очень популярная тема для собирания марок и в Беларуси, и за границей. Тиражи этих марок не падают, они очень-очень популярны. Большой подорлик – вид, один из видов, которым Беларусь должна гордиться, и за который она отвечает перед мировым сообществом, можно сказать. Потому что у нас одна из крупнейших в мире популяций этого вида. Упершыню серую марак с птушками выпустили в 2002 годе. Новый экземпляр стал 20-м у коллекции.